За Яровое, кажется, основательно взялись. Обсуждая с 2019 года плачевное состояние местного теплового комплекса, власти, наконец, озвучивают сумму вложений на этот год. Сегодня мы обсуждали сумму 1 миллиард 300 миллионов рублей. Запланировать и провести работы, прежде всего, значит, по ремонту котла, значит, который планируется все-таки использоваться на следующий отопительный период. Значит, и в том числе предусмотреть деньги на подготовку проектной документации, в соответствии с которой будет разработан проект на строительство новой котельной. ТЭЦ Ярового – горячая точка на карте края, которая горит каждый сезон. И до его начала, и во время него. За эту зиму там произошло 3 аварии. Последняя в конце января. Выход из строя котла, по неофициальной информации, связан со взрывом угольной пыли. На опасность системы пылеуглеподачи, как и на ветхость других точек, указывают местные власти. Ресурсы станции выработаны. Мы сегодня говорим много о котлах. Мы еще не говорим о картах шлакозолоудаления, которые работают на последнем издыхании, скажем так, и находятся у черты озера. Вот, дамбы, мы знаем, постоянно разрушаются. Мы их обновляем, эти дамбы, чтобы не допустить попадания шлака в озеро. Муниципалитет заказал технико-экономическое обоснование, которое в июле должно ответить на вопрос, все-таки это будет новая котельная, уже без выработки электроэнергии, или же это будет реконструкция имеющегося теплоисточника. Сторонам предстоит изучить работу ТЭЦ. Ее мощность рассчитывали во времена расцвета Алтайхимпрома, и 90% закольцовано на само предприятие, хотя станция отапливает весь город. Новую систему теплоснабжения, которую оценивают в несколько миллиардов рублей, могут ввести в эксплуатацию не раньше 2026 года. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, День с толком.